Тут недавно один подписчик меня спросил, в чем, по моему мнению, заключается смысл жизни. Вообще, на самом деле, большинство мужчин с определенного возраста вопрос о смысле жизни задает себе постоянно. А вы замечали, что женщин вопрос о том, в чем заключается смысл жизни, вообще не интересует? По крайней мере, лично я за всю свою жизнь ни разу не слышал, чтобы женщины это обсуждали. Складывается впечатление, что женщина хочет только вкусно есть и сексуально провоцировать. Единственный вопрос, который ее по-настоящему интересует, это как жрать и при этом не поправляться. А вообще, много ли человеку на самом деле нужно для жизни? На самом деле человеку для жизни нужно не так уж много. Что-то поесть, чтобы не умереть с голоду, где-то жить, чтобы не замерзнуть. И, наверное, все. Все остальное, к чему мы стремимся, ради чего мы упорно работаем, это уже навязанные нам кем-то потребности. Как-то пару лет назад в интернете читал новость о том, что задержали какого-то гаишника, по-моему, на Ставрополе, у которого при обыске дома нашли золотой унитаз. Нет, ну вот реально, зачем человеку золотой унитаз? Ведь его даже никто не видит. Или для того, чтобы выпендриться, он водил к себе домой экскурсии и показывал свой туалет? Вообще, мне кажется, в этом плане очень показательным примером является ныне покойный сербский патриарх Павел. Можно по-разному относиться к религии, но, на мой взгляд, этот человек действительно заслуживает большого уважения. Рассказывать я сейчас про него ничего не буду. Кому интересно, вы можете сами найти информацию в интернете. И, возможно, это вам даст новую пищу для размышлений о том, в чем же на самом деле заключается смысл жизни мужчины.